момент ведутся работы по устройству опор на шестой оси. Ведется отсыпка площадки под четвертую. Первые сваи временного моста на Красноармейской готовы. Работа ведется, несмотря на то, что деньги из области на ремонт тагильских дорог по-прежнему не поступили. На сегодняшний день выполняются работы по озеленению, то есть это завершение газонов в зонах, где уже выполнен гранит. Продолжается реконструкция набережной. Насколько готова Тагильская лагуна и какие замечания есть у Сергея Носова? Я считаю, что сделали еще один хороший, добрый уголок для детей, которые страдают физическими недугами. Первая воркаут-площадка для инвалидов появилась в Нижнем Тагиле. Комплекс установили у Центра адаптивного спорта на улице Пархоменко. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Алла Кузнецова, готовы рассказать о событиях среды. И теперь обо всем по порядку. Первые сваи временного моста на улице Красноармейская готовы. Работа ведется, несмотря на то, что 200 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт тагильских дорог по-прежнему не поступили. 80 из них предназначаются на строительство моста. Генеральным подрядчиком является компания «Стройдор» из Верхней Пышмы. Дали мы, не дожидаясь денег, 25 миллионов. И мы рассчитывали и рассчитываем. Это так, ну, в общем-то, так и есть, что как раз они сегодня и работают. Позволило сделать вот эти работы довольно дорогостоящие, стартовать и заказать материалы и изделия для строительства моста. Из 5 опор установлены 3. Идет заливка свай 4 на правом берегу реки Тагил. Главу города беспокоит наметившееся отставание строителей от графика. По контракту объект необходимо сдать к ноябрю, а желательно и раньше, с учетом погодных условий. Причиной Сергей Носов считает несогласованность действий генерального подрядчика и субподрядчиков. Помощь им в организации работы будет оказана. Ремонтируют, несмотря на отсутствие областных средств и дороги. Подрядчики уже многое успели сделать. Новое покрытие улицы ценили и автомобилисты, и водители скорой помощи. Дарья Хнычкина с подробностями. Сейчас эту дорогу сложно узнать. Еще недавно здесь была яма на яме. Теперь ровное полотно. Работники УБТ-сервис исправили плачевное состояние улицы Максарева. Осталось подлатать тротуары и заезды во дворы. Водители довольны. Достаточно неплохо сделали дорожное покрытие. Считаю, что ездить стало намного приятнее и комфортнее. То есть, как бы, можно по достоинству оценить работу. То, что было и что стало, я доволен. Прекрасно едешь, отдыхаешь. Особенно ждали восстановления этой дороги водители скорой помощи. Постоянно возят пациентов на Максарева, первую горбольницу. Илья говорит, не все больные выдерживали тряску, и им становилось только хуже. К счастью, прошли те времена. Да, сделали хорошо ее. Только заезд, правда, ничего не совсем доделали. Надеюсь, сделают. Это в планах УБТ-сервиса есть. Сейчас у специалистов еще одна забота – улица Орджоникидзе. Они уже положили 2 слоя асфальта на участок от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей. Осталось завершить работы на площади рядом с Восточным шоссе. Требуется порядка 1500 тонн асфальта. Также устанавливают бордюры, собираются облагораживать газоны. Все закончат к сентябрю. По просьбам автомобилистов подрядчики добрались и до улицы Пихтовая. Уже на следующей неделе начнем работы по демонтажу и монтажу бортового камня. Кстати, бортовой камень у нас уже там завезен. Вот. Ну и также мы вот планируем в сентябре месяце закончить работы по улице Пихтова. Дарья Хнычкина, Михаил Корзняков, Александр Мясников. Новости Тагил ТВ. 28 дней осталось до выставки вооружения. Именно к этому международному форуму должна открыться обновленная набережная. Глава города ежедневно контролирует ход работ. Насколько готова Тагильская лагуна и какие замечания есть у Сергея Носова, расскажет наш корреспондент Антон Исаев.
Работы на набережной не прекращаются ни на минуту. Рабочим осталось привести лагуну в презентабельный вид. Надо уложить весь гранит, засадить газон и благоустроить территорию. Сергей Носов прогуливается по свежеуложенному гранитному покрытию. Но недостроенная ротонда портит весь вид. Колонны стоят, но крыши нет. Глава дает установку – срочно завершить. Недочеты всплывают и у будущего кафе. Из-за разницы высот вода в случае обильных осадков может пойти на новенькую площадку у самого пруда. Наклонный вид. Уровень, куда мне вода пойдет? На лесенку сюда? Глава рекомендовал в кратчайшие сроки продумать систему слива. Изменить также надо и площадку у технических зданий на набережной. Сергей Носов предложил ее расширить, чтобы техника спокойно подъезжала к насосной станции. И одна из изюминок набережной – детская площадка у мультиспортивного комплекса. Она будет самой большой. Ее специально огородят для безопасности детей. Но сейчас на ее месте образовалась парковка. Поиском владельцев автомобилей займется ГИБДД. Эта стоянка незаконна. Работы предстоит немало, но подрядчик отчитывается – объект готов на 90%. На сегодняшний день выполняются работы по озеленению, то есть это завершение газонов в зонах, где уже выполнен гранит. Глава города также не сомневается. Подрядчики все сделают в срок. К выставке вооружений Тагильская лагуна будет готова. Антон Исаев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Завершилось лицензирование управляющих компаний Нижнего Тагила. Эта процедура не создала проблем собственникам жилья, заявляют в городской администрации. Несмотря на то, что в результате проведения лицензирования их число сократилось, менее 1% домов остаются без управления. На сегодняшний день у нас 42 компании работают в Нижнем Тагиле. Все эти компании имеют лицензии. Также у нас есть ряд домов, которые не имеют способа управления. Это на сегодняшний день 24 дома. С первой попытки лицензию получили 17 управляющих компаний. Остальным пришлось обращаться за ней повторно. 12 компаний не смогли или не захотели сделать этого. Даже если способ управления каким-то домом не удастся определить в результате конкурса, за его подготовку к отопительному сезону и пуск тепла жители могут не волноваться, заверяют в администрации Нижнего Тагила. Поэтому на сегодняшний день ситуация, которая находится по управлению многоквартирными домами в городе Нижний Тагил, не вызывает опасения. Она полностью находится на контроле. По 7 домам в ближайшее время ситуация будет решена, так как одна из управляющих компаний получает лицензию. По 17 домам будет дополнительно объявлен конкурс. Телефонные мошенники атакуют жителей Дзержинского района. За прошедшие сутки в 17-й отдел полиции обратились около десятка жителей вагонки. Они сообщили о подозрительных звонках на стационарные телефоны. Неизвестные представлялись либо родственниками, либо полицейскими и сообщали, что близкий попал в беду и необходима крупная сумма денег. Доверчивой оказалась только одна пенсионерка. Звонивший шокировал ее новостью. Ее сын насмерть сбил человека. Для решения вопроса мужчина запросил 30 тысяч рублей. Пожилая женщина под диктовку мошенника перевела деньги на номера сотовых телефонов. По факту возбуждено уголовное дело. По всем сообщениям граждан в полиции проводят проверку. Установлено, что все звонки поступали с телефонов, зарегистрированных в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Новости итоги дня в эфире. Продолжаем. Первая спортивная площадка со специальными тренажерами для занятий детей-инвалидов появилась в Нижнем Тагиле. Она стала подарком Дню города Центру адаптивного спорта. Теперь здесь будут заниматься 272 воспитанника детско-юношеской спортивной школы. С открытия комплекса репортаж Алексея Алексеева. С просьбой организовать спортивную площадку на открытом воздухе и установить на ней тренажеры, воспитанники и сотрудники Центра адаптивного спорта обратились к главе города 3 декабря в Международный день инвалидов. Пожелание нашло поддержку. Ну, это событие, безусловно, что мы не остались в стороне. Мы точно так же во внимании всех наших руководителей города, и нам это очень приятно, потому что, безусловно, наша категория, она особенная. Ну, может быть, немножко побольше внимания нам бы тоже хотелось. Поэтому внимание мы получили. Работа велась под руководством начальника управления городским хозяйством. С территории вывезли 10 машин мусора и грунта. Выкорчевали значительное число деревьев и кустарников. Асфальтированием площадки занималось муниципальное предприятие «Тагилдорстрой». Специальные тренажеры приобретены на средства фонда «Уютный город». Я считаю, что сделали еще один хороший, добрый уголок для детей, которые страдают физическими недугами. Сейчас
Главное, чтобы сохранить это место, потому что мы уже вот второй раз ломают нам, непонятно кто, эти конструкции. Мы второй раз их восстанавливаем. Сегодня новую площадку посетил глава города Сергей Носов. Он пожелал Центру адаптивного спорта успешной работы и дальнейшего развития. Надеюсь, что вот эти тренажеры для детей, для людей с ограниченными возможностями будут полезны для детишек, для взрослых. Хотелось бы чувствовать, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества нашего. И занимались тем, что занимаются даже другие. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Огнеборцы Свердловской области объединились, но не чтобы тушить пожар. Встретились на чемпионате по пожарно-прикладному спорту. 15 команд боролись за звание лучшей. Как прошел первый этап, расскажет Дарья Хнычкина. Бегут не на пожар, но дело сегодня тоже ответственное. Борются за первое место на областном чемпионате Свердловской области по пожарно-прикладному спорту. Задание дня – проложить магистраль и залить две мишени. Все это знакомо каждому пожарному. Но тренировки на соревнованиях, говорит спасатель Олег Петряков, лишними не будут. В первую очередь сказывается по прибытию пожара. Это же уже машинально, руки уже запоминают, что как подцепить, что к чему. Конечно, все это нужно. Эти состязания уже стали доброй традицией огнеборцев. 59-й раз спасатели борются за звание лучших. На площадку 54-й пожарно-спасательной части приехали 15 команд Свердловской области. Из них три сборные от Нижнего Тагила. Вы оцениваете по времени. Высшее мировое достижение, скажем, в районе 25 секунд. Сейчас был показан результат от машины 35 секунд. Это новый рекорд среди спасателей Свердловской области. Поставила его команда 9-го отряда из Нижнего Тагила. Такого результата, говорит Евгений, они не ожидали, но надеялись. У нас слаженная команда. Мы тренировались, занимались. Соответственно, заняли первое место. Стремились к этому. Тагильские огнеборцы 2-го отряда не сильно отстали. На 4 секунды уступили первенство своим коллегам. Бронзу взяли пожарные Заречного. Но это лишь 1/3 чемпионата. Возможность выйти в лидеры есть у всех. Завтра у нас планируется это штурмовое преодоление учебной башни 4-го этажа по штурмовой лестнице и трехколенная лестница. А послезавтра у нас будет это эстафета и 100-метровая полоса. Дарья Хнычкина, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Редкое явление смогут наблюдать сегодня тагильчане. В ночь на 13 августа над Нижним Тагилом прольется метеоритный дождь. Это связано с тем, что 17 июня по 24 августа Земля проходит через хвост кометы Свифтататла. Это вызывает метеорный поток Персеид. В предстоящую ночь жители Свердловской области смогут наблюдать пик метеорного дождя. Наибольшая активность метеоров пришлась, по расчетам специалистов, на 20 часов по местному времени. И на этом моя часть выпуска завершена. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, вы можете стать соавторами нашей программы. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 41 95 51 или пишите на сайте tagil-tv.ru. Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил ТВ, в сетях МТС, Ростелеком, сети Тагила, Конвекс. Новости выходят в 23:00, 3 часа ночи, 7 утра и 12:30. Всего доброго и спасибо за внимание. До начала молодежного Кубка мира по хоккею осталось меньше 2 недель. В Нижнем Тагиле матчи пройдут с 24 по 27 августа. В Ледовом дворце спорта встретятся российская «Чайка», белорусы «Динамо Шинник», а также команда Швеции и Финляндии. Дворец фактически готов к приему. Ведутся работы по благоустройству сегодня вокруг дворца. Но это будет в рабочем режиме, и на проведение Кубка не повлияет, наоборот. Часть асфальтового покрытия будет отремонтирована. Работу начнем. 3 дня. В 15 и 19 часов хоккеисты будут бороться за шайбу. Мест для болельщиков хватит всем. Трибуна дворца рассчитана на 4500 человек. Билеты на матчи поступят уже в эту пятницу. Приобрести их можно только в кассах Ледового. Также есть возможность получить билет и бесплатно, поучаствовав в викторине.
Подготовлены вопросы об истории хоккея и о представителях тагильского хоккея в этой истории. В общем-то, мы ориентировались на младшее поколение для того, чтобы ребята заинтересовались данным видом спорта, либо узнали у родителей, поспрашивали, либо обратились к интернет-знаниям. На следующей неделе вопросы викторины можно увидеть на официальном сайте города и других информационных порталах. Бесплатные билеты получат более 500 счастливчиков. Пока российские хоккеисты только готовятся побеждать, воспитанники спортивной школы «Уралец» уже это сделали. Накануне девушки и юноши вернулись из города Акуловка. На первенстве России по гребному слалому боролись за место на пьедестале почета. Достичь успеха удалось Данилу Бояркину и Дмитрию Хромцову. В двух категориях слаломисты взяли золото и бронзу. Не отстают от слаломистов и борцы дзюдо. Тоже пополнили копилку наград спортивной школы «Уралец». Подошла к концу 7-я летняя спартакиада учащихся России. Особенно успешно для Данила Бузилова. В своей весовой категории юноша занял почетное 3-е место. Дарья Хнычкина, Александр Мясников. Новости спорта, Тагил ТВ.